Козловская, я отвечаю за интернет-вещание телеканала «Дождь». Я решила участвовать в программе «Держать слово», потому что мне надоело делать то, что я делаю, хочется попробовать что-то новое. И зачем мы покупаем маски две штуки, 1600 рублей? Это что это за маски? Это непонятно. Зачем маски мы покупаем? Маски для инопланетян? Да. Почему-то на дожде все считают, что я очень хорошо считаю цифры. А прямо инопланетяне будут ходить? Хотя на самом деле это не так. Ты что-нибудь видела, например, по хардизнайт? Вот реально. Цифры? Да. Не видела. Чего я не боюсь, так это придумывать истории, сюжеты, сценарии и так далее. Вот хотелось бы все-таки попробовать себя и в этом качестве тоже. Я цифры все вынимаю в понедельник с утра. А, то есть чтобы они были за неделю, да. Мне бы хотелось сделать какую-то программу или серию роликов, которая будет интересна не только мне, но и зрителям телеканала «Дождь». Нет, фишка была в том, что типа заканчивается все, как у нас в студии, по-моему, если не ошибаюсь, или кто-то под съемку, что типа чувак сидит в эфир «Дождя» смотрит, потом поворачивает голову, а у него типа зеленый весь на планете. Мешает мне их сделать, наверное, то, что я не работаю в редакции, а работаю... Где же я работаю? Это хороший вопрос.